Новые панорамы йошкар-олинских улиц опубликованы на Яндекс.Картах. Снимки были сделаны минувшим летом, когда по городу колесил Яндекс.Мобиль с фотооборудованием на крыше. Новые панорамы на карте столицы республики отражают современный облик Йошкар-Олы. Теперь в режиме онлайн пользователи Яндекс.Карт смогут прогуляться вокруг Благовещенской башни, пройтись по Патриаршей площади, полюбоваться зданиями на набережной Брюге. В 2010 году, когда снимали старые панорамы, эти объекты еще только строились. Все фото в высоком разрешении. Это означает, что любую картинку можно приблизить, чтобы рассмотреть подробности, например, надпись на памятнике. Многочисленным туристам, планирующим поездку в Йошкар-Олу, панорамы позволят легко сориентироваться на местности. С их помощью можно проследить, как добраться до той или иной достопримечательности. По данным популярного интернет-поисковика, новые панорамы Йошкар-Олы охватывают почти 130 километров улиц и дорожек. Во время путешествия по городу Яндекс.Мобиль сделал более 15 тысяч фотографий, из которых получилось почти 4 тысячи круговых панорам. Напомню, всего на Яндекс.Картах опубликовано более 1 миллиона панорамных снимков России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Турции.